Артем Мазанов. Я являюсь руководителем научно-производственного предприятия «Ангарные системы», выпускающего продукцию под торговыми марками «Небо» и «Ангары России». Сегодня наше предприятие представляет свою продукцию на международном военно-техническом форуме «Армия-2022». Основными видами продукции нашей компании являются пневмоангары, пневмомодули, сверхмобильные надувные укрытия, мобильные радиоэкранирующие палатки, туристическое и спасательное оборудование. Основной клиент нашей компании – это нефтегазовая сфера и различные ведомства, такие как Росгвардия, МЧС, Росатом, РЖД, ну и много обычных коммерческих заказов у нас. Оптимизация пространства. Основная особенность нашей продукции – это мобильность, какую не может дать даже какая-то металлокаркасная разборная конструкция. Наши конструкции позволяют в считанные часы возвести складские ремонтные помещения в несколько тысяч квадратных метров, чего не может дать ни одна технология. Но, как правило, на установку одной палатки уходит от 5 до 15 минут, в зависимости от ее размера. У нас очень высокая клиенториентированность, мы не боимся браться за масштабные сложные проекты, очень любим проводить различные научно-исследовательские работы в нашей сфере и сотрудничать с научными институтами.